Добрый день, канал Armwrestling My Life. Так, смотрим второй день EuroArm 2018. Вот, мальчики 50 килограмм, финалы, разрыв мы видим. Прикольно, вот когда выходит, все крестятся, один крестится и второй крестится. Это очень мило, когда они вот так все-таки просят у Бога, но как бы здесь, ну, не сказать, что Бог может помочь. Я сам католик, очень верующий, но, ну, мне кажется, немножко лишнее. Ну, хотя это, знаете, психологически помогает. Просто психология, правильно? Надеюсь, я не ошибаюсь и не вызовет это каких-то таких нарицаний в мою сторону. Хорошо. Два верховичка попалось. У левого кисть пробита. Ну все, если кисть пробита, это уже проигрыш, считай. С левой стороны без поражений. Вот мог бы дотянуть, вот почему он остановился, он решил побаловаться. Почувствовал преимущество. Ну реально, вот смотрите, просто балуется. И этот видит, и этот понимает. Все, понятно. Следующий поединок. Так, девушки у нас. Турция против России. Россия в этом году очень крепкая. Оба. Но не сейчас. Очень красиво вкрутилась. Заметьте, так резкое движение. Хороший старт. Так, повторный. Оба! Хотела сорваться, не получилось. Красавчик, просто красавчик. Красиво было, согласитесь. Если вы согласны, ставьте лайк сразу же. Так, россиянин против Джорджа. Джорджа фол очень резко и сорвался локоток. Локоть отлично. Не, россиянин пожестче будет, пожестче. Я вот не понимаю, не выпендриваются или что эти малолетки? Ладно, ну ладно. Окей, россиянка словачку вообще разнесла в хламину. Вот так, без выпендрежа, взяла, бам, и все. Так, справа опять этот Джорджи грузин, что ли? Не, Джордж, да, грузин, походу. Опять он вышел в финал, но с поражением вышел. Посмотрим, очень быстро стартует. Интересный такой поединок будет. Опять вот говорю, вот видите, натянул запястье. Пальцы там оставляет, а запястье натянул. Локоть. Ага. А, это тот Майкл Тодд, который я говорил. Да, что-то здесь происходит не то. Второй фол, победа. Ну, ну да, вот если уже чересчур фалит один, то куда там. Ну это уже обычно так происходит, когда второй соперник выше на голову и приходится это делать. Так, россиянка против Турции. Я вот не понимаю, как вот эти в платках. Уже так жарко. Через голову выходит 80% тепла. А представьте, когда она занимается, наш, ну просто вся голова мокрая. Просто вся голова. Тем более живут они в как бы жарком климате. Опа. Фол дали. Так, а теперь смотрите прикол. Ну блин, ну тупые. Не знаю, как еще назвать. Вот реально тупорылые. Вот как можно в финале? Ну же это херня полная. Это победа. Идиоты, блин. Идиоты. Так, Азербайджан. 65 категория. Жестко, молодец. Выиграл. Да, ты заслужил, чувак. Заслужил, да, я такой. Я таки классный. Так, хорошо. Девчонки вот сейчас совсем по-другому борются. Уже так сильно не выставляются. Вот.
шведки эти, блин. Все такие беленькие, блин. Беленькие. Ну что, противостояние. За Крым, пацаны, за Крым. Воу, дикий, дикий, дикий. Ну это бывает, это реально, это прикольно. Вот это сама красота армрестлинга, когда вот так дерзко все. Угу, перетягивает. Ну, видно, пацаны, так техника хорошо поставленная, опытная. Оп. Фол. Давайте камеру, надо видеть это. Оп, оп, оп. Не, кисть все-таки жестче. В связках кисть жестче, вы знаете об этом, да? Девочка знает, что она преимущественно и стоит просто тупо жестко стала и все. Не надо ей тягаться, ничего такого. Слушайте, у нее даже эмоций нет. Так, сейчас вышел уже. А, они поменялись стороной, точно. Сейчас посмотрим, даст ли реванш, будет придумать ли что сделать. И оп, ну да, все равно вот кисть все-таки слабее под низом. Видно, россияне лучше так более жестко стал такой, боится, чтобы ему не пробили кисть. Но это завязка. Оп! Не. Это, ничего себе. С пробитой кистью жестко держит. Молодец. Украинец, молодец. Ах, вот просто жестко перетянул. Так, Румыния против России. Что-то очень много России. Ох, чуть не проиграл. Ага, и судьям показал еще. Молодец, вот так надо с судьями работать. Правильно, указывать им. Нормально, настоящий россиянин. Ох, Майкла Тодда раскрыли. Походу, чувак, меняй технику. Так, Словакия, Россия. Оп. Нет, не получилось. Расстроилась девушка справа, но она ее обняла. Смотрите, поулыбалась. Вот так надо. Представьте, так мальчики будут делать. Вы расстраиваетесь, и тебя будут утешать. Смотри, повтор. Оп. Хорошо. Так. Смотрим. Это тот, которому я посоветовал поменять технику. Посмотрим, что он выдаст. Что-нибудь выдаст или опять так же сольет. Обачки! Видели? Хорош, красава. Поменял, этот не ожидал. Да, и все-таки русский вытянул. Что значит старт? Старт и чуть поменял. Не был готов, россиянин. Так, нет, нет, чувак. Но я твой. Молодец. А до этого, просто чтобы вы понимали, минут 5, наверное, вот этот желтый сопротивлялся, пытался подзабить его. Походу, он это и сделал. Молодец. Джорджия, Раша. Бамс! Победа. Плохо видно, но, короче, он очень резкий парень. Что-то, вот знаете, прическа его модная, да? Ну, как-то обычно сейчас мода такая пошла. Но не для брутальных этих грузинов.
Мне кажется, ну не для брутальных грузинов, они не должны носить сережки в ушах, это вообще пидорская какая-то хрень. Поэтому, мне кажется, уже перебарщивает. Фол. И отдали победу, короче. Россиянка выиграла, опять не поборовшись. Так, второй фол. Что-то пошло не так. Ну так, большие девочки. И дадут побороться, короче. Вот так, короче, вот так отдают победу. Да. Жестко. Ух! Здоровый турок. Челик. Салик. Небольшое ЧП. На Евроарм нечаянно залетел грач. Сука, молодец. Вот это кайф армрестлинга, понимаете? Адреналин зашкаливает. Красота, блин. Какая жесткая заруба, очень жесткая. Молодец. Так, эти парни тоже уже рубались 5 минут очень долго. В итоге отдали победу. Что это такое? Они барукались минут 5. Офигеть. Вот обидно, обидно. Смотрите, парню. Да, я не знаю. Вы что, не видите? Реально, блин. Он просто... Ну реально, судья, подумай. Она. Ой-ой. Второй фол, извини, прости, поборешься в следующий раз. Смотрите, какая красотка россиянка, да? Вообще. Ой, украинка тоже ничего такая. Воу. Ох, какая импульсивная. Очень импульсивная. Напомню, если вот сексуальную сферу так перенести, то это, конечно, круто. Ну что, они, короче, опять пытаются. Вот вам и все. Вот он доказал. Вот он доказал. Блин, вот это, блин, прямое доказательство, что, блин, дайте побороться, дайте побороться. Если бы это был последний, вы засудили. Все. Второе место. А силен-то этот? Силен-то этот? Да. Россияночка победила. На Ирину Глазку чем-то напоминает. Ну, наверное, только мне. Как-то кипишит вот этот справа. Слева. Чувствует себя хорошо. Сейчас посмотрим. Угу. Я подивился, если бы справа победил. Ох. Нормально, нормально.
Победа, однозначно. Слушайте, я бы был бы нормальный судья. Отвечаю. Бэм. Отдали. Слушайте, очень много будет этих медалей сегодня у Грузии. Не расстраивайся, не расстраивайся. Девочки. Вот это девочки. Опа. Победа. Два грузина – это сила. Вышла Зина с магазина, за ней два грузина. Зина, давай в кусты, Зина, бори его. Ну все ж, победа, нет? Есть. Убежал. Правильно, фол. Все, понял. Видели по взгляду, он понял, что все, пойдет он. Молодец. Так, 90 килограмм. Смотрим. Воу! Ну победа, конечно. Победа решают. Так, последний поединок. Ставим лайки. Комментируем. Очень хочется комментариев ваших. Вот так, резкий, просто очень резкий. Все, на этом, короче, закончилась наша трансляция. Следите, завтра будут видео новые. Всего доброго, не злитесь на меня, если я вас не устраиваю своими комментированиями. Просто отключайте звук. Всем спасибо, всех вас люблю, счастливо.